Сегодня городской парламент на очередном заседании принял ряд важных решений, которые вскоре изменят облик областного центра. Речь идет о мемориальных досках и о новой муниципальной территории. Подробнее Павел Юрасов. Столетие комсомола ознаменовалось чередой мероприятий. Среди прочих, на здании бывшего областного комитета ВЛКСМ торжественно открыли памятную доску. В ближайшие месяцы подобным образом увековечат деятельность трех районных комсомольских комитетов. На трех зданиях, на улице Интернациональной, где располагался горком ВЛКСМ и Ленинский райком ВЛКСМ, на улице Мичуринской, 149, где располагался Октябрьский райком ВЛКСМ, и на улице Гастелло, где располагался Советский райком ВЛКСМ. Еще одно важное решение касается льготной категории граждан. 100 гектаров земли недалеко от города на территории совхоза «Комсомолец» распределят среди льготников. Участки под индивидуальное жилищное строительство помогут существенно сократить создавшуюся очередь. На этой территории можно было, после того, как она будет разбита на участки, порядка 350 участков получится. Всего же в очереди у нас находится сейчас 4737 граждан, которые имеют право на получение. Но это достаточно серьезный, большой вклад. Из областной собственности участок безвозмездно передается в муниципальную. Вполне возможно, что после межевания земля присоединится к территории города. Тамбов вырастет географически, а с новым жильем увеличится и прирост населения. Павел Юрасов, Олег Осипов, Олег Щербаков. Область новостей.